Майнинг с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на короткометражку по Overwatch, которая называется «Покушение». И это короткометражка про Сомбру. И давайте не томить, поехали смотреть. Я хочу уже поиграть на Сомбре. Она интересная, я уверен в этом. Blizzard Entertainment. Сколько было разговоров про самую надежную систему защиты. Ты еще долго будешь возиться? Тихо. Спутник под контролем. Давно. Жнец? А кто вторая? Ну это походу если жнец, то значит и вдова с ней говорили. Ты уверена, что наша цель здесь? О, не сомневайся. Готово. Вперед. Блин, анимация, я обожаю анимацию от Blizzard, они шикарные, эти короткометражки. Когда уже эта проверка закончится? Инвиз. Изи хакер. Сомбра. Турель. Я на позиции. Сомбра тролль. Сомбра. Окей. Где цель? О, это карта, которая меня бесит. Которая ставится турели на эти двигающиеся платформы, и они стреляют. Новые пилотируемые роботы станут залогом победы над Омниками. И я уверен... Надеюсь, мы уложимся в срок. Омни не будет ждать, пока мы подготовимся к очередному нападению. Первая новая модель за 10 лет. Теперь за будущее России я спокоен. России? А, то бишь тут... А я думаю, что-то пушка похожая. Тревога, укрытие! Окей. Сова, прикрывай периметр. Мы перехватим цель. О, это эпично. Обожаю жнеца. Бам. Интересно, может какой-то режим будет с новой такой, с новой махиной такой? Не знаю, не зря она так показана тут. Мне кажется, для чего-то она тут показана. Сомбра, интересный такой персонаж. Посмеялись. Охренеть. Я почти у цели. Это имба. Что за черт? Взять ее. Неужели русских показали неплохими персонажами? Катя Вольская. Ты не представляешь, что я провернула ради этой встречи. Ага, то есть... Релахате, я тебя не убью. Релахате? Типа, релаксайт? Я тревогу подняла. Сомбра, где цель? Ты виден. Ага, то есть она обманщица. У меня к тебе дело. Смотри-ка, что я нашла. Представь. Что будет, когда твой народ увидит, как великая защитница Отечества получает технологии от врагов? И какое будущее тогда ждет Россию? Она, блин, играет сама на себя, как я понимаю. То есть что она одиночка. Тебе нужно. И использует для достижения цели всех. Дружба, конечно. Даже коготь. Дружба, конечно давай же. И так.
Твои похождения не станут главной новостью этого года. А ты будешь иногда помогать новой подруге. Что скажешь? Скорее, амиго. Ну что же, хорошо. Что дальше, подруга? Я дам тебе знать. Пуп. Пуп. Она такая милахонькая. План не сработал. Цель потеряна. Все на базу. Живо. Блин, это так эпично. Обожаю жнеца. Как же она их использовала? Она, их даже... Как бы вдова должна была видеть через свой тепловизор, что ее обманывают. Пуп. Окей. И что будет тогда? Знаешь, для чего ты здесь? Ну, Заря. Я догадываюсь. У меня аж мурашки по коже пошли, серьезно, вот это... Заря такая, я догадываюсь. Просто у меня волосы дыбом встали, это охренеть какое непередаваемое чувство. Так. Это просто бам! Взрыв! Охренеть! Это, во-первых, будет продолжение, как я понимаю. Это вдвойне круто. То есть будет продолжение, это уже как серии пошли. И это чертовски больше интересует, чем любая другая короткометражка. Это просто шедевр. Эта короткометражка мне нравится, наверное, больше всех. Потому что, во-первых, она... зарождает какую-то историю, и она будет продолжаться. Во-вторых, показали в ней много вещей, такие как, ну, самого персонажа нового, плюс сам показали робота. Я думаю, не просто так его показали, эти новые технологии. Мне кажется, что-то с ними будет связано в игре. Возможно, я ошибаюсь, возможно, это просто сделано ради короткометражки. Возможно, нас ожидает новый режим. Кстати, вполне возможно, потому что вокруг Сомбры построен громаднейший хайп, вокруг Сомбры построена... куча догадок, куча интересных вещей, и поэтому очень умно и очень интересно будет сделать Близзардами новый режим. И они это действительно могут. Во-первых, это или будет, или новый режим вообще будет, или будет новое, как его называется, которое меняется каждую неделю, забыл, потасовка, или новая потасовка будет. Это будет интересно посмотреть, что вообще у них получится. Близзарды молодцы, игра развивается, и это не может не радовать. Единственное, что мне не нравится пока в Overwatch, небольшой нюансик, это матчмейкинг рейтинг, он отвратителен. Это единственное, что в Overwatch мне вообще не нравится, рейтинговые игры там ужасные. Все остальное шикарно, все остальное круто, интересно наблюдать за продвижением игры и интересно в нее саму играть. Ждем самого персонажа в игре, с вами был Майни. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на личные странички ВКонтакте, на личную страничку, точнее, да. Ставьте лайк, будьте молодцами, не забывайте нажать на колокольчик, это очень-очень важно. Всем пока!